Друзья, всем привет! 23 сентября Ярополк приехал в очередной раз в Купель. Сегодня у нас немного народу. В прошлые выходные не ездили, потому что был турнир по футболу. 23 сентября в России и в мире отмечаются следующие праздники. Сегодня день рождения жевательной жвачки. Сегодня международный день кролика. Сегодня день поисковой системы Яндекс. Сегодня день беспокойства дрожащих ног. Даже есть такой праздник. Сегодня в России и в мире отмечается такой день, как день борьбы с незавершением детьми средней школы. Всегда всем говорю, образование – это то, когда вы забыли всему, чему вас обучали в школе. Поэтому именно этому празднику мы и посвятим наше закаливание. Поехали! О, перезагрузка! Вот Даня уже в клуб поступил, как 3 недели. И уже 3-й раз по счету разворачивается, да? Да, еду в Купель. Молодец, давай. Я желаю всем детям заканчивать школу, становиться учеными, профессорами, делать много разных открытий на благо человечества. Молодец. На благо России, да, в том числе. Давай. Поехали. Давай. И еще разик. Останься там, продушись. Легче? Все, выходи. Какой раз по счету в Купеле? Первый. Все-таки, да, друг тебя, да, соблазнил? Я желаю, чтобы все дети заканчивали среднее образование и делали много разных просвещений, чтобы нашу родину в международное... Двигать нашу родину? Да. Поехали, один раз с головой. С головой один раз. Поехали. Раз. Молодец. Два. И третий раз. Опачки. Ну как? Заходи. Давай, давай. Оставайся. Понравилось? Да. Не, реально, понравилось? Да, мне понравилось. Молодец.